Да, ходили. А что вы ждете от этих выборов? Ну, каких-то перемен к лучшему. Нет, не был. Да, конечно. А что вы ждете от этих выборов? Ну, как и все, чего-то лучшего. Я? Нет. Я проголосовал заранее. Да? А что вы ждете от этих выборов? Все ждем что-нибудь нового. Нет, я сегодня не ходил на выборы. Я проголосовал в пятницу досрочно. Почему? Ну, потому что сегодня мне было некогда. И к тому же у нас на предприятии попросили проголосовать досрочно. Конечно. А что вы ждете от этих выборов? Ну, жду, лучше жду, конечно. Я не сегодня ходила на выборы, в пятницу, то есть 23-го. Ну, у нас с университета нам сказали, обязательно нам надо сходить, что если мы не сходим, нас могут не заселить в общежитие в следующем году и так далее. Ну, в принципе, это не является правомерным, потому что в Кодексе Республики Беларусь написано, что выборы – это сугубо добровольное дело. Вот так вот. Что вы ждете от этих выборов? Ну, я ничего не жду от этих выборов. Я вообще не из Новополоцка. Вот, и мне как-то, ну, хотя мне не безразлична судьба этого города в будущем. Ну, выберут кого-то, так выберут. Мне как-то вот так вот. Сегодня не ходили, ходили вчера. Почему? Ну, досрочно проголосовали. А почему? Почему? Потому что заставили.